Знаете, я хотел воспитать свою дочь, так как я вижу идеал человека. В первую очередь, это вера. Она все детство провела в православных лагерях. Хотел в церковь. И это важно. Но я хотел, чтобы она была еще и умным православным человеком. И поэтому мы с ее мамой посоветовали ей стать философом. И она стала им. Я не могу сказать, глубока ли она как философ, но она старалась.